Да, бро, давай. Когда я делаю такие сальтухи, я их не делаю. Ты только скажи, когда будешь делать. Мне же за тобой бежать. Готов, Роман? Да, да. Там режима ожидания нету? Нет. Одни на плохо пойдет. А то не было уже. Готов? Давай. Давай, делай. О, хорош! Опять ролл какая-то херня. Почему он галима ролл делает? Я не понимаю. Ролл через правое, блядь, опять на левое. Часть тела течет, я через левое делаю. Жесть! Ты причем очень хорошо сконтролил, но почему-то да. На роли разъебался. Потому что это не моя сторона. Повернись, нормально с плечом все? Нет, с этим все. Вот с этим было бы хуево. Тут и так все хуево. Жесть, какая шишка, ребят. Это от фонаролов. Да, это все от неправильных приземлений, друзья. Такие шишки вырастают не просто так, только с опытом. Я на самом деле извини, что не через свою плечо. Вот это ром просто пушка. Страус, блядь. Я, ну, ты свой-то видел? Но я не воткнул ролл. Ну да, ты задний взял. Просто прокатился по спине. Да, да, да. А ты такой, я пойду дальше. Причем он нормально сконтролил. Да, да, да. А потом решил спахать землю. Я не понял прикол. Я про тебя так думал. Да делать ролл или не делать? Делать или не делать? Просто плохо делать. Ты встал на ноги, делать ролл или нет? Курлык, блядь.